Валериана. Это многолетнее растение, его корни и корневища обладают выраженным седативным эффектом. Обычные дозы, которые можно принимать без вреда для здоровья, это 1-2 таблетки или 20-30 капель на стоке 3 раза в день. Нужно помнить, что это не конфеты. Некоторые думают, что эти таблетки делают из травы, то есть их можно есть ложками. Поэтому они слабые и вреда здоровью не будет. И это большая ошибка. А кто-то говорит, что будут приставать коты, но это не так. Длительное употребление или слишком большая разовая доза может привести к очень большим неприятностям. Спазмолитическое действие валерьяны может привести к нарушению процессов пищеварения, их замедлению, тошноте и рвоте. Успокоительное действие может быть так выражено, что мозг может впасть в ступор и заметно медленнее работать, снизятся все реакции. Кроме того, вместо снижения возбуждения нервной системы может произойти ее возбуждение, то есть произойдет действие наоборот. Это еще больше усугубит то, против чего вы пили эти таблетки. А чрезмерное возбуждение – это быстрое повышение давления, сильная головная боль, боль в сердце, наконец, беспокойство, страх, бессонница. Отравления не будет, но зато будет очень плохо. А в случае передозировки придется еще делать промывание желудка, а эту процедуру нельзя назвать приятной. При правильном употреблении валерьянка спасет наши нервы, при чрезмерном – навредит. Но это же можно сказать и про любое другое лекарственное средство. Всегда надо читать инструкции перед употреблением или спрашивать врача. А в предыдущем конкурсе выиграл свежие новости, который правильно угадал, это Эдди Мерфи. А теперь угадайте, что изображено на этой фотографии, и на этот раз это не будет просто. Все, всем удачи, добра, не злоупотребляйте лекарственными средствами.